Тысячи фитнес-тренеров лишились работы. Одни называют это время эволюцией фитнеса и начинают изучать онлайн-направления, другие растягивают свои накопления на несколько месяцев. Что выбирают тюменские тренеры? Тянуть или изучать что-то новое? Поговорим об этом прямо сейчас с тренером по стретчингу Аленой Останиной. Алена, привет! Привет! С этого дня разрешается работа фитнес-клубов для проведения индивидуальных занятий с полным соответствием рекомендаций Роспотребнадзора. Как твои клиенты отреагировали на эту новость? Я сначала была удивлена, потому что я давненько не смотрю новостей, и эту новость я узнала от своих клиентов. Мы очень обрадовались, они все начали жаловаться, что все задеревенели, набрали килограммы, и уже эмоциональное состояние на исходе, и мы сейчас активно формируем расписание. Самоизоляция сильно ударила по твоему карману? Конечно, ударила, еще как ударила. И я очень сильно перенервничала и, наверное, пережила все эти стадии, о которых многие говорят, но рук я не опустила и начала искать возможности, как заработать еще. Ну, то есть у тебя есть какие-то направления, которыми ты сейчас занимаешься, помимо тренерской деятельности, онлайн наверняка ведешь тренировки, нет? К онлайну я собиралась очень много лет, наверное. Последний год слишком много думала об этом. И, наверное, вся эта изоляция все-таки заставила все это сделать, но я долго сопротивлялась и только, наверное, недавно начала все это потихонечку оформлять, делать. Пробовать. Вот я опять же как дилетант рассуждаю, то есть вот мне кажется, ну что тут, тянись и все, что тут сложного, вот наклонился там к ножке, там сюда потянулся, нет, мне кажется, это легче, чем бицепс там качать. Ничего не легче, нет, конечно. Техника очень сложная в растяжке, если ты делаешь что-то неправильно, эффект совершенно другой или эффекта абсолютно не будет. Клиенту объяснить это сложно или легко? Если клиент новый, и я с ним общаюсь онлайн, это очень сложно объяснить. Потрогать, надавить на него не можешь, но можешь объяснить показать, это сложно. Да. А какие еще направления у тебя появились? То есть вот у меня есть друзья, которые прям кардинально меняли профессию. Кто-то в доставку еды пошел вместо того, чтобы тренером работать онлайн. Кто-то на автомобилях развозит строительные материалы. У тебя что-то отличное от тренерской деятельности есть? Так как я занялась онлайном и создаю свои курсы, это очень сильно взаимодействует с разными сайтами, страничками, и их нужно создавать, и на это нужны свои какие-то деньги, а денег нет, поэтому приходится это делать самой. Да, и это мне очень сильно понравилось, затянуло, так сказать, я начала это изучать. То есть это уже как дополнительный заработок у тебя или ты пока только... Да, потихонечку, да, я думаю, что это будет как доп. Заработок. А теперь тренировки вести уже можно, но... Что ты выберешь? Веб-дизайн или все же фитнес? Фитнес я все-таки оставлю. Это моя душа, это мое, не знаю, моя любовь. Но и веб-дизайн я не брошу. Это еще одна ветвь, так сказать, развития. И еще один вариант заработка. Ален, спасибо тебе большое за очень интересное интервью. Желаю тебе успехов и процветания. Спасибо большое.